Чтобы все хватило. Кому надо. Это сейчас управляется через терминальную программу. Там тут что-то ребята на компьютере. Стрелялочка? Да, вот охранник. Сейчас. Его как-то включить можно? Да, сейчас. Нет, чтобы в камеру не стрельнул. Да, в камеру не надо. У меня тут терминальная программа, то есть все, что он видит у нас, отображается на терминальной программе. Наш видео с камеры, оно обрабатывает за фильтром. Сейчас я отсадился. Камера беспроводная, радио находится для этого случая. Вот. То есть через нашу терминальную программу мы обрабатываем видео с робота и можем определить через специальные библиотеки компьютерного зрения, которые поставляет OpenCV, там через специальный фильтр можем по видео опознать человека. Да. То есть, лицо определяете? Не лицо, а форму. Но еще это что определение? Тело. Что? Тело. Тело, да. То есть больше пояса где-то так. Ну, бывает, и если много человек стоит, и если цвет контрастирует более-менее с окружающей средой, то он может определить тоже объект по изменениям на фоне. Так. А какая библиотека? OpenCV? OpenCV, да. Там у них разные библиотеки, которые по обработке. А там стандартный алгоритм или что-то свое придумывали? Пока стандарт. То есть я его подключаю в программе. Как называется? Так, фильтр. Алгоритм, который определяет как раз контур человека. Так, значит, алгоритм, я уже не помню, потому что это третий год. Сейчас. Идем. Я даже точнее скажу нашего для типа. Фотограф собирается. Фотограф собирается. На Саша. А? Да, Саша. Библиотек просто много, и поэтому всех помните. Вот. Вот она, библиотека HOG Descriptor называется. HOG Descriptor? Ой. А что это робот делает? Через этот фильтр с камеры определяется по тем функциям, которые в библиотеке. К сожалению, я лично не знаю, что там в самой библиотеке, потому что ее раскрыть никак нельзя. Точнее, можно, но я пока не умею. А дальше что он делает после определения контура? После определения, он определяет координаты, то есть ту область, которую он определяет, мы выводим в рамочку, чтобы видеть. И по этой рамочке можем отслеживать центр и координаты объекта. То есть если вот человек стоит у нас, то мы можем его определить. Вот здесь есть положение объекта, координаты x, y, вот здесь, но я их пока не задействовал, чтобы ничего лишнего не сделал. По горизонтали поворачивается? Пока только по горизонтали. Просто я это за один день вот эту часть сделал, на скорую руку. А так в идеале это нормальными сервами и стабилизацией на компасе, на датчике положения. Сейчас, что вы делаете? Ро, это моя. Сейчас. Допустим.
А что хочешь? Кирюх, ну ё-мо, ты зачем там стоишь, а? Ну, а ты... платформа сама? Платформа управляет драйвер двигателя, вот здесь установлен. То есть, ага. Как бы, если кто-нибудь поддержит, я могу и поуправлять. То есть, включить двигатель, не слышно. Если вот здесь можно наблюдать, индикаторы горят, это... Это камера, да? Это камера одна, да, это другая. То есть... Где вторая? Вот она, на самом, ну, понятно. Устройстве. То есть сейчас картинка идет именно с нее. Это наша дула. А с этой обрабатывается что-нибудь? С этой пока не обрабатывается, а просто в планах сделать управление двойное. То есть один человек, оператор, управляет шасси, а другой, допустим, с чем-то, то, что у нас наводится, устройство. Это... Полный привод на каждое колесо? Привод полный, да, кстати, вот сейчас определяет человек. Военная какая-то штука. Да. Здесь вот картинки сохраняются. То есть там у меня пока сделано сохранение по одному, по одной картинке, она перезаписывается. А так в идеале, если делать уже реально для какого-то предприятия или для чего-то серьезного, то те картинки, которые здесь показываются, они будут, ну, сохраняться в базу данных. Угу. И там содержать вот это вот все. То есть если робот патрулирует, замечает объект какой-то, сохраняет это все в своей базе. А дальше даже в базе можно сделать распознавание уже объекта, который был и которого он сейчас видит. Вот, кстати, рамочка. Да, да, нашел. Это распознавание. Человек как бы стоит, видите, почти в полный рост. То есть вот она в идеале почти на это рассчитана. И контраст чуть белый и вот черный. И она на это реагирует хорошо. Понятно. Еще плюс здесь свет. Так. А как поворот здесь осуществляется? Поворот здесь танковый. Вот это вот индикатор, я говорил, значит, это вот эта вот система управляет, ага, всеми шестью колесами. Так, Кирилл, здесь я показать могу. Смотри, значит, сейчас. Ну, нажимаешь вот эти вперед, стоп, назад, стоп, влево, стоп, вправо, стоп. Когда я подниму. Подожди, когда подниму, нажимай. Перестраховываюсь, просто питание у меня отдельное, туда и туда, что не дай бог. Вот. А. Сейчас индикаторы горят, значит, надо двигаться. Так, сейчас. Ничего не задевай. Ну, понажимай. Поехали. Вперед, стоп, назад, стоп. Влево. А? Стоп. Нажми стоп. Ну, у меня, наверное, батарея уже почти под конец сели. Вот, кстати, сейчас включили, у меня индикаторы посадились еще. Ну, батарея севшая. Внизу портфель. Что? Нет. Управляется, то есть отдельно левая или правая часть, да? Ну, или можно все. Управляется он как? Прямо едет оба, ну, назад-назад. А разворот у него танк. То есть одна сторона вперед, а другая назад. Отдельно каждым колесом. Что? Отдельно каждым колесом рулить можно? Отдельным каждое колесо можно жить, там у нас внизу распиновка идет, то есть на каждое шасси. Но оно сейчас включено вместе, чтобы они все крутились. И включено оно еще так, что если одно блокируется, то остальные крутятся. Если нужно, то можно, конечно, управлять каждым колесом. Но сейчас сделано на две стороны. Одной стороной полностью и другой полностью.